Полиция охотится за нами, но есть кое-что, в чем мы их превосходим. Это скорость. Ваши машины оснащены новейшей системой, повышающей скорость. Задействуйте ее, и через 3 секунды она даст вам разгон и скорость, как у ракеты. Использовать систему турбонаддува вы можете только несколько раз за время заезда.
Volante завершает линейку DBS, предоставляя своим владельцам сочетание характеристик знаменитого спортивного автомобиля с возможностью езды с открытым верхом. DBS Volante создан для водителей, желающих ощутить удовольствие от езды на идеально отлаженном спортивном автомобиле в сочетании с бодрящим чувством открытости стихии. Сочетание предельной мощности и скорости рождает ни с чем не сравнимое удовольствие от езды, будь то короткая прогулка или длительное путешествие. Volante означает «летать», что идеально отражает потенциал и динамику DBS Volante. 16-й кабриолет Aston Martin за 95 лет существования компании DBS Volante является последним воплощением огромного опыта компании в дизайне легендарных Volante. Автомобиль располагает двумя дополнительными сидениями, на которых могут разместиться два человека или дополнительный багаж. В закрытом состоянии крыша создает атмосферу уюта. При нажатии кнопки крыша открывается и исчезает в задней части автомобиля. Вероятность стать обладателем нового Revington Roadster равняется 1 к 700 миллионам. Стоит он на целых 250 тысяч долларов больше, чем обычный Revington. К тому же выпущен ограниченной серией всего в 20 автомобилей. Lamborghini обладает 40-летним опытом создания открытых машин, и роудстеры традиционно являются возможностью скомбинировать передовые технологические разработки с удовольствием от вождения автомобиля с открытым верхом. В то время как двигатель Revington является тюнинговой версией двигателя LP640, в Revington Roadster установлен двигатель, практически идентичный силовому агрегату хардкорной LP674 Super Veloce. В отличие от обычного Revington, этот автомобиль окрашен эксклюзивной матовой серой краской, которая из-за включения металлических частиц играет при дневном свете. Автомобиль оснащен пятилучевыми дисками в форме буквы Y с карбоновым серповидным ребром для лучшего охлаждения тормозов.
Turbo S кабриолет с первого взгляда узнается 911-я модель Porsche. Покупатели всегда требуют большего. И если говорить о мощности, скорости и динамике, Turbo S кабриолет способен с лихвой превзойти любые ожидания и добавить к ним удовольствие от езды с открытым верхом. Трудно сказать, от чего больше захватывает дух.
от мощности или внешнего вида. Новый Mercedes-Benz SLS AMG отличает характерный чистый дизайн, превосходная динамика, уровень безопасности и практичность — фирменные качества Mercedes-Benz. Переход на систему смазки с сухим картером позволяет разместить двигатель гораздо ниже обычного, в результате чего занижается центр тяжести и достигается высокое поперечное ускорение и искрометная динамика автомобиля. Силовым агрегатом выступает 6,3-литровый V8 производства AMG. Для передачи крутящего момента на заднюю ось используется исключительно легкий углеродный вал, аналогичный используемым в автомобилях C-класса DTM. У SLS AMG, который без натяжки можно назвать классикой завтрашнего дня, прослеживается сходство с легендарными моделями Mercedes-Benz, у которых он унаследовал двери типа «крыло чайки». Длинная колесная база и капот в сочетании с широкой колеей и колесами большого диаметра создают с первого взгляда узнаваемые пропорции спортивного суперкара.